Голованова Екатерина, 11 лет, город Нижний Новгород. На конкурс дети читают стихи со стихотворением Вероники Тушновой «Кукла». Многое нынче в памяти потухло, а живет безделица, пустяк. Девочкой потерянная кукла на железных скрещенных путях. Над платформой легкий пар от паровозов низко плыл, в глубину уходя. Теплый дождь шушукался в березах, но никто не замечал дождя. Эшелоны шли тогда к востоку, молча шли, без света и воды, полные внезапной и жестокой, горькой человеческой беды. Девочка кричала и просила, и рвалась из материнских рук. Показалась эта кукла ей такой красивой и желанной вдруг. Но никто не подал ей игрушки, и толпа к посадке торопясь куклу затоптала у теплушки в жидкую, струящуюся грязь. Маленькая смерти не поверит, и разлуки не поймет она. Вот такой-то крохотной потерей дотянулась до нее война. Некуда от страны мысли деться. Это не игрушка, не пустяк. Это, может быть, обломок детства на железных скрещенных путях.